Привет. Песеры с вами, Морж, коротенькое видео. Хочу вам показать, как будут действовать стрелки настроения в 22-й части eFootball. Собственно, наконец-то Konami нам наглядно показала, как эти стрелки будут влиять на игрока на поле. Что на самом деле очень хорошо, это гайд, поэтому не забываем поддерживать лайком, комментарием. В общем, это будет полезно многим игрокам. Смотрите, Холланд у меня на нейтральном настроении, он не получает никаких бонусов. Далее Душан. Душан у нас на настроении немного. Немножечко вверх, он получает плюс 4 умения атаковать, плюс 2 дриблинга, плюс 2 пас низом, плюс 2 реализации, выносливость плюс 1, подкаты плюс 2, игра головой плюс 2, прыгучесть плюс 1, умение защищаться плюс 4 и так далее. То есть нам четко наконец-то начали показывать статы, которые дает настроение. Бэкхэм вот на абсолютной стрелке вверх, тут еще больше подъем. Исполнение стандартов плюс 4, пас низом плюс 4, реализация плюс 4, там вовлечение в защиту, подкрутка, все статы у него получают бонусы, умение атаковать вообще плюс 6. Короче, в 22-й части максимально важно будет смотреть за настроением игроков, и это действительно очень сильно влияет на игровой процесс. Соответственно, когда стрелки вниз, когда стрелки плохие, игроки будут получать минус к статам, поэтому в 22-й части будет очень важно контролировать, на каком настроении ваш игрок, и стараться, чтобы ваша команда была на стрелках вверх. Я вам наглядно показал, какие бонусы это все дает. Ваше мнение по поводу, хорошо это или плохо, я хочу услышать в комментариях, нравится вам такая система или нет. С удовольствием почитаю, поспорим, ну, в общем, как обычно. На этом прощаюсь, ребят, еще следующее видео завтра. С вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.